Диснеевские принцессы. Так, все, девочки, я запарилась за вами всеми убираться. Ну так не убирайся, мы же поставили дежурство. А сегодня дежурит Жасмин. Точно, а где эта дура? Рабская ночь. Чё пихаешься? Чё, уборка. А чё, сегодня моя очередь, а без уборки никак? Нет, иди, набери воду и убирайся. Девочки, а в ванной нет воды, я хотела помочить хвостик, а воды нет. О, круто, нет воды, нет уборки. Сиди на жопе ровно, а куда вода подевалась? А, я знаю где. Манится пяток. Муанна! Эй, ты с водой флиртуешь, из-за тебя вода закончилась, теперь уборку не сделать. И хвостик не помочить. Что мне делать, если вода меня любит? Топиться в нее. Девочки, не ссорьтесь, нам больше не нужно ни убираться, ни воды набирать, потому что у меня в этой лампе живет синий чувак, который исполняет все желания. Синий чувак? Смурфик, что ли? Нет же, джин. Стоит потереть лампу, и он исполняет все желания. Как мои гномы, я их тоже по лысой башке поглажу, и они все за меня делают. Муж с работы возвращается, даже не понимает, то, что это не я потом ушуршала.